Я думаю, что сегодня попробую все-таки прошлый трай вернуть к жизни, так скажем, потому что... Ну, напомню, что было. Было прекрасное начало в две трансляции. Мы забрали большое количество ученых-инженеров, никого не теряли, все прекрасно. До сих пор, кстати, не особо сильно мы кого-то потеряли. Но я напропускал много... Короче, я потерял регион, не выполнив там... Ой, ё-моё. Ой-ой-ой. А, вот в чем проблема, вот на чем я вчера остановился. Мне проскочить на ивак почти нереально, учитывая... Учитывая такое количество врагов. Спасибо. Ладно, эту миссию мы с вами сейчас попробуем пройти. Я, кстати, поставил какой-то еще мод. Во-первых, я обновил Long War. В обновлении ослабили убийцу, которая вчера перерезала пол моего отряда. Что не увеличивается урон после третьего удара. А то она мне из корпуса с одного удара почти убила, 10 хитов сняла. Вот, давайте по игре дорасскажу и себе, и... Ну, себе напомню, и вам дорасскажу. Во-первых, мы справились, сейчас вытащили еще ученого, которые особо мне не нужны. Я уже утащил такое количество ученых, что на данный период времени, и инженеров, они мне не нужны. Я выполнял лишние миссии. Я зря там вытаскивал гранатометчиков, штурмовиков. Зря. Из-за этого бдительность противников очень сильно повысилась в двух первых регионов, при том, что я не подключил еще третий, ну, не подключил на тот момент третий. И выполнять миссии стало невыносимо сложно. Потому что там количество врагов больше, времени давали меньше. Три события произошло. Движущая цель, молниеносные рефлексы есть. Подкрепление, беспокоящий огонь. Понятно. Приказов новых нет, но сейчас я... Во! Мы можем подключить заступников, ребят. И сюда нужно сейчас инженеров накинуть. Так, далее. Здесь мы понижаем бдительность трасс, но двое работают. Здесь, кстати, нужно было тоже двоих отправить на поиск рекрутов, потому что такая активность, она не страшна. Подключили новый регион, и здесь у нас... Здесь бы чародея по это самое, активность поделать. Хотя там сила адвента 4, бдительность 3. Ё-моё. Что такое? Все-таки сюда полечим. Прости за совет, конечно, при встрече с избранным ты не использовал минус широкий силуэт, как раз на его здание ряд, не уверен, что... Так она запрыгивает довольно быстро сразу наверх. То есть как только ты первым человеком стреляешь сверху, она приближается к этому человеку, она может запрыгнуть наверх. И все, я старался там сделать так, чтобы не было, ну, было большое расстояние, потом понял, что надо попробовать ее побыстрее убить, чтобы волны не было. Но... Ученый нам не нужен. Давай-ка на черный рынок слетаем. Ну а вдруг там можно что-то продать? У меня денег-то нет. Сплавы есть, аллерия есть, потому что мы расчистили. Лазерная винтовка представляет. Интересно. Мы ее делаем за 25, а она продается за... Ядра и аллерия. Можно штучку продать. Да я бы искру сделал. Вторую, знаете. Броня хамелеон настолько плохая, что никто не делает. Я не знаю, что она делает, если честно. Я просто отталкиваюсь от того, что в условиях ограниченных ресурсов я должен делать то, что точно зайдет. Искра готова, вторая. И усиленные бронеплиты 5 дней будут делаться. Все прокопано, ни хрена не построено. Очень нужны деньги. Собрали еще 30 разведданных. На материалах. Ладно, собери материалов еще. Жилет, который уменьшает время инфильтрации. А, это типа супершпионы из тебя делают, да? Так, ну и что делать? Технологии пси за 30 баксов. Я бы, наверное, улучшенную магнитную начал делать. Для того, чтобы скипнуть... Ну, мне сейчас нужно, во-первых, делать еще пушки для снайперов, лазерные для штурмашей, дробовики. Но если я буду тратиться и на лазерные, и на это... Короче, я делаю улучшенное магнитное оружие сейчас. Вливаю отсюда и собираю вот эти вот ресурсы.
А вот и... О, это уже освобождение региона! О, региональный штаб. Это уже третья миссия была, Liberation. Я как-то пропустил. О, значит, надо идти. Надо только понять, с кем мы пойдем, потому что там же 5 человек всего лишь. Так, здесь рекрутинг, здесь у нас разведданные. Здесь тоже данные на раскачку типа региона. Но я бы полетел сейчас на миссию, опасную миссию, вышку. Опасную. Но у нас все есть, как бы, храмовник-ниндзя раз, искра топовая 2, гранатометчик 3, специалист 4. Интересно, с кем взаимосвязь? Может, там пептар дотянулся? Давайте пептар с этим с... взаимосвязь сделаем. Ну что, эту миссию я не проходил ни разу. На нее нужно потратить пару недель по-хорошему, чтобы там минималка была. 5 человек только. То есть храмовник раз, ниндзя 2. Все-таки искра 3. Специалист, как бы, ну, 4 и гранатометчик 5. Ой. Ну, выглядят они, конечно, круто. Такая бригада классная. Сейчас вернусь. Лишь бы 10-12 было, а не 13-15. 13-15. Капец. И я, кажется, не могу ускорять проникновение, да? То есть это не даст вообще... Не даст вообще никакого... эффекта. 28 дней, 4 недели. Это к чему написал? Не даст. Как мне убивать 13-15 хз? Добираться до передатчика. Ну, там, конечно, бригады хорошие, ребят. Там нас хоть и 5 человек, но товарищи толковые. У нас тут два пути. Я не знаю, по какому идти. Мы не ограничены по времени, поэтому желательно бы увидеть. До Круден доходили максимально. Ну, я уже дальше дошел, чем раньше. То есть по силе Адвента это, конечно, не дальше, но с точки зрения технологии мы уже сильно впереди. Видим первую пачку. О, здесь можно просто пройти, смотрите-ка. Здесь не полностью нас перекрывают. Так, ну... В идеале я должен дойти до туда спокойно. Ну, типа, никого не агрить. Аж до сюда. Аж до сюда. Ё-моё. И тогда они, типа, на 2-3 хода будут застанены. То есть мы... Эти послабее, окей. Сейчас посмотрим, куда эти уйдут. Попробуем проскочить слева вдоль. Они уходят влево, но я жду просто, когда они свалят отсюда. Что это больше похоже на транспортный корабль. Спасибо, Стайкориум. То есть тут все равно приходится проходить. Но я думаю, что проще пройти не через здание, где там стекла нельзя разбивать. Где, как бы, стенки есть. А именно через вот этих товарищей. Они могут вправо уходить. Ой-ой. Ну, я думал, сейчас может ниндзя проскочить справа. Но у меня ниндзя не стелсовый, без призрака. Поэтому смотрим, как они ходят. Народу очень много. 13-15 на пятерых — это много. Плюс подкрепы без ограничений, если мы... Пока мы не доберемся до точки. Это значит, что нам нужно как можно дальше пройти. Как можно дальше пройти. Хотя вот если сейчас они встанут вместе в одну клеточку, так что их можно в два хода расстрелять, я, наверное, кину гренку. Но они не встают. Искру назад. Опасная миссия все равно. Но я ее не проходил после долгого перерыва, поэтому... Все, эти уходят направо. Если бы еще сейчас левые пошли налево, цены бы мне было.
Нет, эти идут налево дальше. Ладно, пропускаем ход. Мы же можем пропускать, пока не спулили здесь бесконечно, кажется. А может, и не можем, кстати. Так, ну первый пак ушел. Эти туда же возвращаются. Я не знаю, сколько первый пак будет справа ходить. Но циклы у них явно разные получаются. Хорошие топоры. Привет, Алтак. Не, не планировал сегодня стримить. Сейчас собаки справа будут возвращаться. Все, мне надо прямо сейчас бежать. Прям буквально бежать мимо этих двоих. Погнали, раз. Погнали, два. Пока те не вернулись с ниндзя, проводить еще дальше. Блин, жалко. Не успевает немножко. О, ребят, откройте, пожалуйста, дверь. Спасибо большое. Ну, либо минимум ходик. А то сейчас, если выскочит второй пак. Ну, или если эти пойдут в мою сторону. Хотя это нелогично, вроде они ходят туда-обратно. Да, уходят. Так, мы почти половину карты можем обойти сейчас. Нам надо это сделать. Да, есть. Так, проходим аккуратненько дальше. Видим кого-то. Мутона слышу. Топот. Твою же шметь. Что мне с ними делать? Ну, именно их надо тебе замораживать, получается. Причем... выходить как-то вообще по-хитрому. Блин, чтобы не спулили тебя. Опасно. Капец, опасно. Сейчас могу и тех спулить, и этих спулить. Это будет вообще провал. Ну, это очень хороший пак под заморозком. Как они двигаются. Они уходят влево. Хорошо, мы, значит, можем, типа, попробовать уйти от... Мне нужно прикрыться от возвращающихся тех людей. То есть мы стараемся продвигаться дальше максимально. Прям максимально. Пока, естественно, не тратим ничего. Просто проходим. Так, обошли два пака. Третий впереди. Там еще туретки могут быть. И можем проскочить сейчас ниндзя. Если до ниндзя проскочит, то он нам выиграет 2-3 хода, говорили товарищи. Но я бы на самом деле начал с... То есть, чтобы ниндзя у меня был, ну, способен выиграть время. И чтобы... И чтобы заморозку я успел кинуть. Возле антенны может быть пак. Да, понял. Мы пока видели только 3 из 4. Но я думаю, надо проходить пока что всеми вот так. Кроме искры, скажем, только. Искру лучше куда-нибудь в угол. Подальше от правого пака, но... Так, ниндзю поближе чуть-чуть. Overwatch. Архон, офигеть. И двое таких. Капец. Вот эта пачка. Вот эта пачка, мать моя женщина. Первыми валить. Ну вот, первыми валить. Видимо, надо к ним дойти как-то. Блин, надо сейчас, видимо, просканить, чтобы... Случайно мы их не это самое. Потом забираться наверх. Уходить от этого пака. Этот замораживать, пытаться их расстреливать. И только после этого вырубать передатчик.
То есть мы должны сейчас пробегать. Так, открываем раз. Давай сразу сканим, не хочу сейчас рисковать. Пусть они подсветятся, я хоть пройду вперед, узнаю. Увидят они меня через дырки или не увидят. Не видят, хорошо. То есть первым у нас все-таки идет ниндзя для того, чтобы... Да. Нужно ломать, не теряя маскировки. Почему? А, если инициировать заморозки, подкрепы упадет. А, стоп, не понял. Не понял. К сожалению, не понял. Дай, блин, мисклик. Черт. Да, я альтабался. При пуле сразу подкрепа начнет готовиться. Как взломаешь башню, подкрепа перестают падать, если открываться. Башня сразу работает. То есть мне ее ломать спецом нужно. Я понял. А, то есть вообще не будет подкреп, если ты его ломаешь и нет консилда. Блин, вот как это узнать вообще без подсказок? Капец, это халява. То есть мы сейчас сломаем спецом. А чё они пошли-то, я не понял. Опасненько. Ну, смотрите, я их вижу все еще под этим. Отсюда я ломаю в консилде. Я понял, да. Получаем разведданных немножечко. Инвизным ломаем. То есть не будет подкрепа, и они сейчас оглушаются, да? Ну и мы начинаем сейчас верхних убивать, пытаться. А, сейчас какая разница? Нам же сейчас нужно просто как можно быстрее наносить дамаг. О, синематик, ребята, альтабуемся срочно. Это в оригинале предпоследняя миссия. Вот оно, оглушение срабатывает. Все, обнаружение. Кто-то упал там справа, я не понял, кто. Погнали, раз. Заряжаемся темпларом. О, волна! А, вот он как делает. Это сплэшем Зилот будет бить. Что? А, тут заблочили проход, к сожалению. Так, ну здесь нужна гренка сразу, чтобы нам... Блин, Зилот не успевает доходить. А сколько они ходов будут оглушены? Овердрайв, погнали. Два или три. Ну там два. Это самый опасный пак, поэтому давайте все-таки его будем пытаться расстреливать. Кстати, столько лута может быть. Раз. Ты уверен? Я не уверен. Блин, жалко, Зилот этот ниндзя не добежал. Это прям беда. Ну все, скип. Сейчас сплэшем Зилком отсюда ударим, чтобы прошла волна.
Но... А, и он показывает, как ударит. О, красиво. А, я по своим попадаю все-таки, да? Так, не попадаю. Какая халява. О, и оглушение на три хода полных. What the fuck? Еще это у него базовая перчатка, между прочим. Ну, я очень долго пак убиваю первые. Ну ладно, потом же у меня нет ограничения по количеству ходов, да? Я буду постепенно просто идти и пытаться их убивать. Ой, опасно, конечно. Я не добиваю ни хрена тут. Давай, ты этого призрака. Дайте лут, алло. Призрак 2. О, хорошо, из этого 3 единицы лута. Может сейчас выйти? А вдруг сейчас архонт этого восстановится? Архонт хрен убьешь вообще. Ну, реально, у него защита такая конская. Да, приходит в себя. Это жопа. Архонт сейчас меня размотает. Ну, он пришел в себя, я вижу. Справа идут люди. Да, все приходят в себя. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, сейчас может быть все. Дрон, солдат, вайпер. Берсерк рядом шипит. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не, еще ход. Хорошо. Че, вольтом жахнуть? Давай, вольтом. Ну, чтобы этого добить. Два заряжаемся. Какой зилок дикий. Так. Ну, здесь два раза удара вот такой хороший. Раз. И оглушение на два хода. Ай, красава. Ну, это топор такой. Уникальный. Выстрел. Унесло просто. Все, дальше не торопимся. Вообще не торопимся. Перезаряжаемся, там сканим. Готовимся спокойненько. У нас еще одна заморозка. Гранаты есть. Я слышу змею. Они как будто бегут сюда. Они реально могут сейчас по этому побежать. Так, овердрайв. Все еще, да? Нет, я дождусь овердрайва. Вдруг они сами сюда придут. Я дождусь пока овердрайва. Блин, они реально сейчас могут прямо на меня идти из-за того, что работает механика. Давайте, я не буду лучше сидеть. А то потом с 10 людьми сражаться. Да, мутон здесь, две змеи здесь. Мутон наверх со змеей. Нет, не наверх. Так, что делать? Ну, как бы тут не особо вижу. Ну, я подставил, конечно, врывашку сделал бы этого, но у меня нет. Меня же задушат там просто. Заморозку надо кидать на двоих. Давай, мутон, это как раз такой человек, который... А ты не успеваешь кинуть заморозку. Неоткуда тебе заморозку кидать. Блин, а если мы спустимся? Ой, беда. Ой, беда. Ты в целом можешь мутона даже дезориентировать. Нет, надо перемещаться как-то к ним. У меня слишком много контактников. Я не могу так просто брать их и игнорить. Хреновенько. Ну, пушка, понятно. Можно так сдуть.
Давайте начнем. Возможно, зря. В этом острой необходимости не было. Давай-ка скан, чтобы понять, мы сможем. Вообще рядом есть ли еще люди? Или мы... Не, рядом людей нет. Все, тогда нормально. Тогда мы можем... Тогда мы можем... Что мы можем-то? Можем ворваться так зелком раз. Сплэш. У него x2 просто урона после этого, понимаете? Ну почти x2. Можем еще ворваться в берсеркеры. Но я боюсь, что меня это задушит. Хотя у меня есть приказ. Приказ я отсюда не вижу никого, да? Отсюда тоже. В целом тут позиция хреновая. Дверь закрыта. Сюда не успеваем. Мне кажется, надо верхнюю дезориентировать змею. Вот эту змейку пытаться... Или даже... Да, я, наверное, встану под мутона, верхнюю заморожим. Все, ниндзя врывается прям в гущу. Главное, второй пак не спулить. Раз, змею-то режет. Вообще красава. Дальше говорит Зилку, а ну-ка, посторонись, пожалуйста, батя в здании. Далее мы здесь без быстрого развертывания просто замораживаем эту змею. Можно было подойти поближе, блин. Ну ладно, мы мутона все равно должны размотать. Мясорубка контрит захват вайпера. Да, но там все равно должен, мог бы товарищ... Ну, короче, неважно. Так надежнее. Вообще, да, мясорубка контрит. Точно. Так, ну и чего? Да ничего, просто подходим, смотрим. Еще два пака, не расслабляйся. Но эти самые опасные два пака. Итак, вот она дуэль. Раз на... Не понял. А где мясорубка? Ты охренел? Оглушение. Мутона на два хода на... Два. Как же ниндзя с этим топором уникальным тащит. Не зря он там в два раза дороже, чем магнитное оружие любое. Странно, анимации есть, урона нет. Да-да-да, в том-то и проблема как раз была. Так, здесь давай еще разрыв. Боль, точнее. А где урон к муличному мутону? У нас там тактики такие, что... Мы один удар за ход милишный отбиваем, парируем, считаем. Все, берсерки уже такие дети просто. Не торопись. Только не торопись, Маша. Две пачки у тебя еще. Врагов. Сейчас нам надо как-то сгруппироваться, потому что мы как-то растянулись. Это увеличивает наши шансы пула паком. Так что давай-ка вместе, лучше по одной стороне идти. Парирование не отображается. Нет, здесь был баг отображения явно. Ну, то есть, должно отображаться. Там красиво. Удар, контрудар. Не торопимся, друзья. У нас не будет подкреп. Мы уже отключили все. Это предпоследняя миссия перед спасением региона. Очень важная штука. Очень важная штука. Скрай идет вперед. Блин, тут, конечно, не очень хорошо. Надо за зелком, видимо, прятаться остальными. Гроулер поддержал ваш канал на 100 рублей. Гроулер. Мой кричит. Чертен. Виза. Или ванна. Едем. Коля. Море там победно траевое. Видя Мишкину тоску. А он в тоске опасный. Я еще хлебнул кваску и сказал. Согласный. Так, ничего по себе. У нас, кажется, профессионалы по стихотворениям. Да, я слышу, что пак справа, ближний.
Мы, по крайней мере, добегаем до укрытия. Уже хорошо. Еще столько же на карте, но мы помним, какие там враги. Вот если бы был на старте вот такой пакт, Пархон, два этих призрака, это была бы такая проблема. И которых не обойти, это жуть. Реально на эту миссию надо брать какого-то ниндзю хорошего. С призраком, у меня есть там один с призраком. Вот они, второй пак. Четыре человека. Очень много адвента. Стрелять не будем, ребят? Как там? Что? Не понял. Ну, схрена ли вопрос? И вторая пачка там же. Все, все здесь. Вот тут осколочная нужна была. Интересно, я докину заморозку до них. Надо зелка убрать, чтобы место не занимал. Ладно, давай сначала тебя ближайшего бросок топора. Раз. Понятненько. Так, а чисто случайно у тебя нет приказа на... Есть приказ. Есть приказ, и ты в паре работаешь с этим товарищем. То есть, по сути, ты делаешь ему командную работу, раз. Мы сейчас заморозим просто к чертям собачьим большую часть врагов. О, раз, два, три, четыре человека должны заморозить. Ладно, три. Правда, я не вижу, где... И туда бы вольтом жахнуть. Не могу достать, увы. Ладно, подходи так. Вольтом надо, потому что там прям сплэш по всем. Раз. Просто, смотрите, что творит. Chain Lightning. Овердрайв, конечно же. Подбегаем два. Да, он так не доставал. Подбегает дальше. Замораживает этих троих. Не, давай-ка мы еще дезориентацию кинем, потому что там ракетчики меня смущают. Кидаем бесплатную морозку. Просто минус три человека на два хода, на... И полируем это светошумовой. И желательно закинуть ее там подальше. Что, возможно, мы кого-то не видим. Ну, мы точно кого-то не видим. Или, подожди, шесть человек. А всех шестерых видим. А, там дрон еще. Вон, дрон. Рон-дон-дон. Понял тебя. Так, ниндзя будет врываться, нет? А куда ему врываться? Ему некуда врываться. Он без кавера будет. Этого надо убивать. Он... Хорошо. А вот и лут. Ну и потихонечку погнали. Алло. Ну как бы... Ну не то чтобы все, но... Так, только не лезь. Сейчас за этим. Я бы даже закинул сюда... Дымчанский. Там осталось два человека. Дрон и ракетчик дезориентированный. Ну, дрон вылетает, понятное дело, ему ничего не мешает. А ракетчик стоит на овере. Дрон очень неповоротливый. Не знаю, почему так. Так, снимаем овервотч для начала помехой. Собираем лут, но... Медицинский планшет адвента хорошо, дорогущая штука. Ну, здесь надо врываться, причем со сплэшем врываться, как там. Но, к сожалению, только так. На двоих. И... Раз! Ну, прям... Прям музыка. Музыка для ушей моих. Не долетаем мы до ракетчика, к сожалению. А что нам делать с ракетчиком тогда? А это очень хороший вопрос. Так, гранатометчиком все-таки кидаешь, снимаешь защиту. Блин, ну сейчас ракету жахнуть может, реально.
Ну, я не могу... А, нет, подожди, у меня дезориентация есть у этого товарища. Все нормально. То есть, скорее всего, дрона-охранника так убиваем. Царапина, к сожалению. Но у нас есть протокол нападения. Который просто пробивает в салат. И дезориентацию на ракетчик. Один остался. И у него только выстрел. И он, скорее всего, будет стрелять по зелку, которому я сейчас поставлю защиту. И он на овере стоит. Все. Блин, справились. Первый раз после долгого перерыва я на этой миссии. Ну, я дважды доходил до нее. Но так. Зила, конечно, топовый. Ему нужно обязательно пушку сделать. Но нужен труп копейщика адвентом. Ну, ниндзя тут тоже порезал. Шикарно, ребят. Ох, шикарно. И у нас сейчас открывается база. Щелутецкий. База в регионе. О, аспирантес, привет. Все, теперь понятно, каким образом эти миссии проходить, что реально тебе нужен по-хорошему хороший ниндзя, который будет прорываться. Но желательно ломать спецом. Лучше освобождать регион, в котором низкая сила адвента. Так, что-то у нас тут подвисло сейчас сразу. Во, связаться с сопротивлением в зоне секретного объекта, исследовать способ связи с сопротивлением, прибыть в регион, установить контакт. О, новая задача. Внимание! У нас сейчас же есть возможность базу штурмануть вражескую. Впервые. Вот она. Мы должны установить контакт с местным противником. Что? Да ладно! А, нет, вот здесь же она. Откуда мы знаем... Что там? Вот она, база. А это что такое? Погоди. Секретный объект Адвента. Так, ну слушайте, я бы сейчас в каком-нибудь из регионов спровоцировал бы террор. Почему? Ну, хочу, чтобы просто начала работу. То есть вот как здесь. Вот здесь, например, 11 человек. Или тут. Провоцируем, переводим на материалы. 4-2. И на следующий месяц, когда у нас будут деньги, соответственно, мы идем штурмовать. Ух, ну что ж, вот и пришел момент штурма регионального штаба. Там нас ждет генерал. Это что-то вроде мега-крутого офицера Адвента. 3-4 минималка. Ну, спасибо, что вовремя сказал. Как бы, когда я задавал вопрос, все что-то молчали. Ну, идет стоповая команда. Эвак 7 ходов. Ну, эвак надо кидать, наверное, сразу. С богом. Осматриваемся, выбираем позицию. Но здесь нет подкреп, и здесь нет ограничений на количество ходов. Есть возвышение, уже хорошо. Контак, да, я понял тебя. Пока зарезались враги... у меня флешбеки, я узнаю! Да, я узнаю. Блин. Сначала отбивать ближний нужно, потом сюда заходить. И там еще целая база впереди. Ну, первое, что делаю, да, это выставляю сюда снайпов. Вполне вероятно, битва будет уже здесь, на старте. Скан делать... Пока не будем. Может, на старте сделать скан. Фу, количество сканов ограничено. О, я помню эти миссии. Ребята. Ладно, рейнджера ставим так. Искру наверх, просто чтобы подсветила она. Все, здесь, соответственно, встает 3 снайпа. Раз, два, три. С
магнитными снайперскими винтовочками. Назад, специалист. Назад, ниндзя. Я пока не буду выходить из инвиза. Ну, ниндзя вообще подставлять не буду. Надо выбрать разведчика какого-нибудь. Второй спец не подходит на эту роль. Такие подлаги вообще. Вива Би там соскучился. Что? Да что за лаги? Хватит меня бесить. Что-то спайки какие-то конские после каждого действия. Давайте сохранимся, выйти. Огромное. О, слева. Мне повезло в конце прошлого года урвать 38 за 86к. Сейчас под 250 минимум. Надеюсь, ты майнишь? О, о. Первая пачка, два дрона. Обнаружен. Ну, погнали все. Так, двойка первая. Причем туретка готова. Захватывать будем пытаться. Ну, на халяву, почему бы нет. Порулить туреткой, почему бы нет. Погнали. Или взломать лучше дрона. Дрона проще значительно под контроль взять. Я их не вижу. Хожу, посмотрю так. Нет. Но я все равно буду рандомить. А ты уверен, что ты попадешь и убьешь? Да, конечно. Погнали. Понятно. Повышаем меткость и защиту цели. Да. Давай, разбивание брони. Надо этого возвращать. Тут нужны метки. Причем по турели раз 85. Промах. Охренеть. Опачки. Так, у тебя отравленные патрики. Бронебойные. Две цели ты видишь. Тоже две цели видишь, но не убьешь. Что видит? Это 92, 82. Давай, 92 раз. Капец. 82-2. Но тот бронированный. Три брони у него и здоровья в два раза больше. Хорошо, вот рейнджер показывает, как надо. Пытаюсь уйти. Тихо. Гранатометчиком, чтобы просто не спулить лишнего. Эвак кинул? Нет, эвак не кинул. Ты же видел, что я эвак не кинул. Что за вопросы? Так, а как мне убивать-то? Ну как, пытаться убивать именно вышку, потому что она может тебя ранить, а дрон скорее просто на оглушение полезет. Кидаем авак. Ну, на всякий случай, блин. Вдруг. Подожди, у тебя же второй снайпер есть. Давай, ты этим добивай. Пусть... Ну, у него нет бронебойки, у него яд, но там неважно. Магнитка хороший урон наносит. А ты пробуй этого добить. Во, нормально. Хорошо. Так. Устойчивая позиция. Пока этого не трогаем. Пока так встаем. Опять лаг начинается. Ну, сейчас будем... Будем сейчас... Не знаю, как, наверное, подходить ближе к этому. Забираться наверх. Пытаться. Можно, конечно, обойти сначала... Последний патч заступник, описание уязвимости измененный. А, ну, видимо, да, я мог не это самое. Неправильно установить его. Зарвус активирован.
Да мне бы, конечно, забраться сюда, хотя это тоже не панацея, видите? Ну, потому что... Ну, это гранатометчик как-то лагает. Прям очевидно он лагает. Именно он лагает. Полдействия, и он уходит все просто в салат. Не знаю, как так, что с ним происходит, что у него с головой творится, но... Ниндзя пока не подвожу. Надо привычку сделать на этой миссии, чтобы он первый ходил. Ну не только, да. Мне просто это возвышение снайпам не особо много чего даст. То есть я бы выманивал на самом деле слева вниз. По крайней мере, искрой. Ну вот, а потом, да, потом ты по центру выходишь и уже простреливаешь тут. Вот эта вот шняшка мне мешает мне стрелять. О, спулили. Кто, где? Тарядка? Тарядка? Не уверен, что у меня есть прострел на нее. У снайпов я имею в виду. Опять этот балбес тормозит. Не, могут пострелять. Все снайпы хорошо. Эту вышку мы тоже убиваем. Ну, не сразу. Но убиваем. Царапина, додж, 18%. И последний выстрел, но 6-11, не факт, что... Если царапина, то не пробьем. Бронебойки-то у меня нет. Добили, хорошо. А, давайте ниндзя все-таки подведу немножечко. Тут... Этого подведем. ВР поставим. Надо подходить все-таки потихоньку. Может даже подойти и подсканить сверху. Вот, подвести этого специалиста и сделать скан. И тогда у нас будет возможность узнать... ну, можем ли мы сюда снайпами идти или не можем. Но у них все равно по целям, которые находятся за пределами этого здания, будет хоть какое-то... Будет хоть какая-то стрельба. Да, я, наверное, сейчас потрачу один ход. И спеца подведу просто. Вот он, спец со сканом. Бежал. Это как раз еще можно снайперов. Но пока их убирать не стоит, потому что вдруг кто-нибудь выскочит, нам нужно будет стрелять. Соответственно, пока я сижу. По крайней мере, я узнаю, вот в соседнем здании, там, я же слышал, двери открывались. Вот это меня беспокоит. Хотя, может, это были дроны как раз. Давайте, протокол сканирования запускаем. Смотрим, кто здесь поблизости. Никого. Выходим наверх. Ну не хватит лагать-то, ты бесишь меня. Искра тоже наверх. Самое главное, снайпами надо сейчас бежать. Пока близко никого нет, надо пытаться занять ту высоту. Все наверх. Кроме ниндзя. Ну, то есть будет высокая плотность дальше. Я не знаю, насколько там много народу, но... Но я убил двоих из 35. Сейчас
Сейчас, скорее всего, буду пытаться сдвигаться вправо, чтобы сбежать, ну, чтобы увеличивать угол. Ну, кстати, ниндзя надо уже здесь подходить. Потому что он один из немногих, кто может уже сейчас аккуратненько проверять. Побольше оверов. В целом, если мы там встанем 5-6 людьми, то можем в случае спонтанного выхода неплохо пострелять. Так, пока вперед не идем, моя задача сейчас до... Ну, снайперов довести. То есть сейчас нет смысла провоцировать новые паки. Просто овер делаем. This is a safe position. Хотя бы как-то. Может, кинули ивак и сбежали. Да, потом их ищи. Не, ну они здесь все оставили, видишь. У них тут прям... Так, это первый. Снайп. Это второй снайп. Уведу так. И это третий снайп. С этим не хочу подходить. Все, дальше приклады делаем. Приклады. После этого идем вперед. Тут есть неплохие полукаверы. Ну, неплохие в том плане, что они дадут мне значительно больше обзора. Ивак. Спасибо, игра. Ну так что, через 2 дня победа по аватару, зачем народ терять? Спасибо, пальто. Тебе за позитивчик. Все, после этого хода я подхожу уже. На овере. В смысле, на этих. Вот, идут! О, хорошо, что не подошел дальше. Ребят, стреляем! Промах 80, блин. Промах 60. Охренели, ребят, вы чего? 4 человека, 2 ракетчика, побежали. Еще постреляем, нет? Ни хрена не постреляем. Да вы офигели, что ли? Так, кто там? На овере стоит кто? Гранатометчик, огнеметчик, этот. 2 ракетометчика. Но главное одного ракета убивать. Что у нас тут? Перезарядка, раз. Овер можно снять, но зачем? Нет, здесь снайпы, конечно, должны стрелять. И никто не видит снайпов. Нет, видит снайп этот. 78. Капец. Серьезно, 91. Ладно. Так, может, подретушируем сначала, а? Мы их не убиваем иначе. Зелкуб зарядится. Да куда зарядится? Ты чего? Верный огонь. Полдействия, между прочим. Че, искра ни хрена не видит. Как это работает, я не могу понять. Ну, искра может, но и осколочную в такой ситуации тратить сразу. Это не очень хорошая идея. Так, ну и я тогда закину. Блин, а гренку жалко. А если гренки не будет, если ты не уберешь ракетчик, по крайней мере, то будет жопка. Двигаться не можешь, здесь неверняк. Дым не поможет тебе против опасных. Блин, надо как-то искру убирать. Спеца, что ли, вниз убирать. Там овер, ладно, снимаем Overwatch. Но я бы искру вниз, хотя бы, чтобы она поставила метки плюс 10-10-10 под этим. Потому что иначе получается жопа. Или отступить лучше. Давай отступим лучше. Спецом, я про это. Ну не лагай, прошу тебя, ты еще бесишь меня. Так, спускаемся. Видимые цели 3. Спускаемся не сильно, чтобы никого больше не увидеть.
Овердрайв делаем и стреляем два раза по самым важным целям. Самые важные цели это... гранатометчик первый прямо перед нами, раз, 56. Метка поставлена. И, соответственно, разлом брони по этому. Да. Хорошо. Теперь шансы уже там не 80 и 70, а 90. 90 у тебя только одна цель, чистильщик, раз. Раз, хорошо. Кстати, врываться сейчас еще. Так, голографическое целеуказание можем сделать. Так, а ты же можешь сначала пострелять по этому, да? Тяжелый ракетчик 75. Поехали. Это из пистолета верный выстрел. Три выстрела под... Да, почти. Но это лучше, чем один выстрел. Мы можем его убить. Убивай. Да, пистолеты. На пистолеты работают патроны. Это самое главное. Я не знал. Так, ты прячься, нафиг надо. Или нет, или подойдем, постреляем. Давай подойдем, ладно. Твоем. Еще один ракетчик, но его не видно. И у него будет одна цель. Здесь можно выстрелить на скидку. Можно подлагать. Да я в курсе, у меня аж так же. 81. Ну, видимо, надо делать здесь голографические целеуказания. Блин, гранатометчик на самом деле может докинуть. Возможно, стоит потратить на него дезориентацию. Но если раним, то будет хорошо. Ранение 91%. Мимо. Ну, давай гренку. Мне кажется, даже лучше заморозку на него кидать. Потому что дезориентация у меня одна, заморозки две. Не достаем. Пошла дезориентация. Блин, четырех людей полчаса убиваю. Какая жесть. Так. Что здесь? Устойчивая позиция на всякий случай. Ну, тут, увы. Там второй дезориентирован и стреляет по мимо 30. Да. А вот ракетчик. Да, хорошо, он потратил два действия, насколько я понимаю. Нет. Ладно, у меня там защита, хорошо. Концентрацию сделали. И еще пачка. Кто? Крыса? Одна? Куда одна? Четыре человека. Две змеи. Или что там? Две змеи. Крыса. Капец, началась. Началась жара. Главное сейчас увести этого ниндзю. Так, только не врываться. Только не врываться, это очень опасно. У тебя по броне прострел. Здесь проблема. Капец, у тебя сейчас столько проблем может быть. Да, отравление. Так, тут верный, да? Может быть, даже дезориентацию надо на троих закидывать. Слишком опасные змеи. Нет, тебе больше дезориентации, Вась. Жалко. Возможно, даже так. Сейчас очень опасный момент, поэтому я подхожу. Не достаю. Вот так давай. Пробить броню, покоцать двух змей. Осколочная ушла первая уже. Так, у тебя 100. Хорошая вероятность. У тебя 80-70 фиговой вероятности. У тебя 80-70 фиговой вероятности. Тут надо убивать этого, да? Ну, что делать? Так, тихо.
99, 98, 85, 82. Ну, постелить бы, конечно, чтобы палач работал. Да что ж такое-то, а? Мне кажется, надо левых сначала убивать. Ну, правда, справа мне массово гарантированно закинут, если я с ними ничего не сделаю. Так что, скорее всего, надо начинать с тяжелого ракетчика. Плюс отравление по нему. Погнали. Смерть с небес. Убил, значит. Красава, минус рокет. Ну, а то ракета влетает, все падают, ГГ, новый трай. Перезарядка, да, возможно, голографическое целеуказание здесь, потому что важнее попадать другими. Следующая цель какая важная. Дальний ли он не достанет? Может, и достанет. Достанет, будет бобо. Перейти? Нет, здесь надо стрелять. Надо стрелять, причем по раненым стрелять. Видите, палач очень хорошо отрабатывает. Краталус, раз, 98. И 85 или перезарядку. Давай перезарядку верну лучше. Не хочу рандомить такие в такой ситуации. 100% 2. О, все равно додж, все равно рандом. Уменьшай, не уменьшай. А с крысой что делать? Может даже заморозить ее. А, ты же второй раз можешь выстрелить с этой обилки со своей. Прекрасно. Давай по крыске или отравить лучше дальнего. Давай отравим дальнего. Реально снайпер со смерти с небес дважды стреляет просто. Что мне с дальним делать, с непонятным. Ну этого мы замораживаем. Дезориентировано толком. Приказ есть. Приказ один. Ну, смотрите, здесь я точно за быстрое развертывание и замораживаю крысу, потому что мне ее убивать два действия минимум. Надеюсь, этот не дойдет, но нужно хотя бы одного гранатометчика нейтрализовать. И что мне делать дальше? Ну, я не достаю до него. А он, если подойдет, достанет. Достанет. Пытаюсь ранить. Ладно, погнали. 70% раз. Есть! О, 4% крит, спасибо! Еще давай убей змею, чтобы не было отравления. Ай-яй-яй-яй-яй. Зилот. Почему Зилот стоит, ничего не может сделать? Кидать, да мне кидать. Наверное, нет. Протоколом нападения можно змеюку снять. Нельзя. Ну, все время молиться, чтобы змея не заплевала все. Здесь двойной выстрел пока есть возможность. Серия выстрелов. Особая атака производит, требует действия. Что я там? Раз и два, да? Ну, такое. А, три? Три выстрела, неплохо. Или приказ потратить и убить этого... с высокой вероятностью рейнджером. Давай приказ потрачу. Ну, я просто словлю дофига яда просто. 99. Давай. Рейнджер молодец. В результате действует только один враг. И он далеко для броска гранаты. Есть пропуск хода. Главное мне, чтобы не дали еще ход после этого восстановиться, потому что у меня там патроны заканчиваются, приклады не работают. Это стреляет по мэку, мажет. Отлично. Ой, как повезло. Два пака по 4. 8 человек мы здесь разваливаем. И, скорее всего, мы благодаря этому сможем пройти вправо.
Так, здесь бы я, знаете, что сделал? Попробовал. Блин, дизелком бы зарядиться, но он выйти не может. Нужна метка от снайпа. 58 от какого? 71 от второго. Целеуказание раз. Дизелот баганул. Ну, скорее всего, из-за того, что стоящих, из-за стоящих рядом людей. То есть он как бы полное, полное укрытие. И там ни туды, ни сюды. Пытаемся пробить. Хорошо, попадание. И ты тоже с хорошей вероятностью его по нему попадаешь. 90. Смерть с небес сработала, значит, убили. Красиво. Так, перезарядка лучше. Здесь... Давайте гранатометчик попробуем убрать. Глядишь, Зилот сможет выйти. Да, теперь он может. Ладно, рискую, врываюсь. Ну, ради заряда. Это мне упростит борьбу дальше. Хорош. Полный заряд. Инерция, концентрация. У него уже сплэш еще, стасис. Он вообще врываться может, как царь. Так, овер. 10 человек убили. Уже хорошо, ребята, уже 10 человек. Из 35. Здесь, я думаю, надо будет потом выходить с этим ниндзей на то место, чтобы подсвечивать, чтобы не тратить. Чтобы не тратить, вы понимаете. Да, тут будет генерал, это босс. Так, и... Так, гля... Вот это пак. Так, у меня позиция по ним пострелять хреновая. Морозка есть. Я, кстати, могу попытаться справа кинуть морозку в них. Морозка есть. Еще одна морозка есть. Но это надо прям всех подсветить сначала. Снайпы так сидят. Они скоро не смогут атаковать. Просто если тебя разбегутся чуть влево, все, это здание мешает. А ближе подходить хреново, потому что, ну чё, это снайпы будут под полуукрытием подставляться. То есть реально надо, наверное, сейчас попытаться либо вообще их выманивать, но только сюда. Перезарядка. Да всеми, кем мог перезарядиться, перезарядился. Кем должен был перезарядиться. Да, снайперская магнитка. Это она. Ладно. Это два пака или один пак, интересно. О, еще пачка. Отсюда надо валить, друзья. И мутон милишный. Охренеть, тут все. Это три разные пачки. Я стою просто никак. Мне нужно их выпуливать и назад бежать. Выпуливать по частям. Ты одна пачка, с чего ты взял? Они ходили друг за дружкой. И одна пачка вообще не ходила. Кто-то вообще пришел слева, кто-то справа. У нас, мне кажется, надо за глупости банить снова.
Иначе... Причем одни и те же люди иногда просто повторяют. Все, уходим. Надо понять, кем пулить это все дело. Уходим, уходим, уходим. Тут нет у нас позиции. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Как же их много. Moving. Тоже, я думаю, сильнее отойти. Вот этих надо пулить. Четыре человека, два сектоида, пулеметчик. То есть вправо уходи сейчас от этого. Так что погнали. Я выхожу ниндзей подсвечивать вот эту длину. Выхожу снайпами и буду оттуда пулить. Ну тут просто даже отсюда хреново пулить, потому что, видите, они через выскакивают из дверей и уже могут достреливать до тех же самых снайпов. А снайпы должны быть повыше, а у них полуукрытие. В общем, такое себе. Соответственно, мне бы лучше длину, которая вот направо у нас уходит. Мне надо вернуть. Главное, на таких миссиях не торопиться. Ну что, регион освобождать готовимся. Регион, алло. Нет ограничений специально этой миссии на количество врагов. Все. Действуй, как считаешь необходимым. Ты мог еще во время боя спулить колду и закончить трай, учти, что это первая крыша. Что первая крыша — это ловушка. Первая крыша очень коварная оказалась. Реально, она не дает нормального обзора. Дальше. То есть там фактически большая часть карты. Сейчас. Ну и да, пулить надо вот оттуда. Может, через храмовника, кстати. Может, через... Ну, через ниндзю мы подсвечивать будем. Опять лаг. Ну, видимо, много врагов ходит. Я вижу, что график там перемещается немножко. По мере убийства лаги должны проходить. Это я камеру верчу. 1 FPS у меня сейчас. Ну. Да, лагает за количество врагов на карте. Давай-ка все-таки ниндзю берем раз. Ставим контактников рядышком. Хантер пептаром. Снайпы возвращаются на позицию. Когда улетаешь, я не буду улетать. С ума сошел. Мне надо убивать. Что, зря 20 дней готовился к этой операции. Зря 4 миссии на освобождение выполнял. Здесь же сразу регион освобождается, ты можешь делать почти все, что хочешь. Собирать материалы, там, анлим. Они могут отвоевать регион обратно, насколько я понимаю, но это совсем другая история. Опа, вот они, пожалуйста. И все, и мы можем их пулить нормально. Нормально я буду пулить на следующий ход, потому что тогда у меня будет... Будут снайпы все уже с этими. Вот этот пак дошел. Надо реально ловить таким образом сначала. Тут прячусь, чтобы не увидели. И вот это об... И вспомните, что там писал синевик, этот вампиренок. Типа, это один пак. Вот, пожалуйста, один пак из 4 человек. И прошлый был пак из 4. И позапрошлый был пак из 4 человек.
есть там, скорее всего, стояло два пака, потом подошел один и второй. Ой, шикарно, они еще вправо уходят. То есть вероятность... Правда, знаете, крысы могут меня... О! Мутон. Возможно, кстати, вот это пак из шести. Блин, справимся ли мы? Дистанция вроде хорошая. Дистанция хорошая. Справимся, справимся, да? Не уверен. Справимся. Яд лучше. Погнали. С Богом, друзья. Царапина, плохое начало. Да, это один пак. Милишный мутон, змея, подставляющая фланг. А нет, не один. Это пак из двух человек. Так, а мне здесь нужно снимать змею каким-то макаром. Иначе мне могут ниндзя флангануть. Это ж плохо. Снайпы что видят? Видят, хорошо. Кого убивать? Не могут. Отравление на мутона. Да, это два пака. Ты тоже правого только видишь, это плохо. Блин, мне могут флангануть сейчас реально. Крит, хорошо, может он не добежит. 8% крит. Что насчет пострелять немножко? По змейке с овердрайвом, а? Очень хорошая идея. Так мы сможем убрать ниндзю без открывания. 83, если попадем. Ну, у нас два выстрела, 80 и... Май, какой красава, как... И повышение заработано. Очень много экспы здесь. Надо было мутона убивать. А мутона я не добью, скорее всего. Может быть, верным огнем 12-18. Капец, как пистолет решает. Охренеть, с патронами пистолет решает. Ну, еще магнитные сделали. Так, ну, здесь можно не уходить сильно. Ну и дальний пак тоже не будем отпускать. Чего там? Два сектоида, крисолит. Там ерунда какая-то. Куда они идут? Вот мне интересно. Ушли куда-то ведь. Да могут обратно идти. Не, ушли далеко. Не хочу стрелять в рамках этого хода, потому что мы их не выпустим уже в любом случае. Я лучше перезаряжусь и сделаю устойчивую позицию. Что это? Эвакуацию каким-то макаром кинул. Хорошо, не дым. У него там дым еще был. Да, там пулеметчик еще. Так и есть. Так, тебя назад. Да там смещаются цифры, просто ты нажимаешь, ну, когда тыкаешь одну кнопку, перезарядиться, перезарядка 5, а там устойчивая позиция 7, и ты делаешь 5-7, а 7 уже не 7. Хотя вроде нет ивака на цифрах, может быть, у меня курсор не туда ушел. Блин, и куда же они свалили-то, а? Вижу. Я нормально, думаю, мы можем уже заряжать. Причем надо, наверное, сначала крысу жахать. А, никто не видит, кроме тебя. Ну, крысы, типа, мимо брони. Погнали. Блин, как на криты везет. 5% крит. Они разбегаются, они довольно далеко от меня. И они не знают, куда разбегаться. Подставляют спины. Надеюсь, что у других снайпов появятся другие цели. Есть одна цель. Ну, стреляем по возможности. По пулеметчику раз. Ай, молодец. Но зато отравили его. Вторая цель туда же. Блин, надо сейчас убить этого крыску.
Потому что она мне перекрывает все-таки ниндзя. Ну, есть там рейнджер. Для таких выжидательных миссий полезен смарт Overwatch AI. Он сам приоритетом перезаряжается, это участие в и можно запустить биндом. Ясно. За тебя сыграет еще. Удобно. Ну, я рейнджера немножко подставляю, но лучше так, чем лишиться невидимости у ниндзи. Отлично. Так, уже убито 14 человек. Ты все равно не можешь. Но тебя флангануть не могут, так что все ок. Поэтому вставай на овер этой и погнали дальше. Представляете, я оттуда бы сражался с этим паком, с предыдущим паком, с этим паком и еще с двумя другими. Пошел зомбарь. Пистолет лучше винтовки. Это абилка, которая перезаряжается 4 хода, так что не стоит так... Опа! На кого ты вышел? Ну, скажи мне. Сразу пометили. Опа. Это я Ивак сюда кинул. Это, скорее всего, баг был. Ну, то есть, понятное дело, что отсюда я Ивак не докину. И то, что я там тыкнул у снайпера хоткеями, это вот как раз такой эффект и возымело. Окей, 65, бах. Ай, молодец. К сожалению, я не могу увидеть снайпа у этого сектоида того. Но он сам должен выходить. Вот кого надо было гранатометчиком делать, да? Человек, который кидает ОАК через полкарты. Это не баг, эвакинты в кривой рельеф, перебрасывается в рандомное место. Ясно. То есть все... Все нормально. Погнали. Вполне может еще кто-то выскочить слева, так же как подходили другие, но вроде как мы... Но я пулить буду также слева. Подходит, овер. Отлично, сразу попадание. И это не фулл ход, к сожалению. Он меня гасит паникой или контролем. Контроль срабатывает сразу. И зомбарь идет. Ну, видите, два пака, 8 человек мы с вами ушатали. Это уже очень хорошо. Так, у меня вопрос к снайпам в первую очередь. Видят ли они, не видят? Стреляем так, делаем метку. Мажем, к сожалению. Да, видим. Значит, убиваем сектоидов, восстанавливаем нашего и убираем зомбаря. Три действия заодно. Шикарно, молодцы. Далее. Нашего ниндзя нужно возвращать. Этого товарища я сразу... Да, я буду пистолетными делать людей. Рейнджеров. Вот он, ниндзя, подходит. Пулить, правда, как непонятно. Счастливо могут прийти. Мне бы увидеть этот момент. Кого-то поставить. Чисто на контроль. До просветки ниндзя оставался один ход из зомбаря. Да ладно. Но тех надо, да, выманивать справа. Окей. Они, в отличие от других паков, стояли на месте, не двигались. Я попытаюсь... Ну, проще всего, конечно, Мэку на форсаже.
улиц, он, во-первых, танковать может, во-вторых, у него... Надо спеца здесь на разведочку. Еще даже не половина карты. Ну, мы убили половину людей. Как бы половина не половина. Тут вопрос же не по карте пробежать, а людей убить. Уничтожьте всех врагов. Вон задача. Еще босс впереди. Ну, хорошо, что ровненько идем, пока без ранений. Хотя было близко разок уже. Так, ниндзя идет подсвечивать этих упырей. Не вижу. Ладно, давай мэком. Остальные, мне кажется, не нужны там. Реально, они полезнее будут здесь. Ладно, уверен. Гранат многовато потратили. Потратили одну морозку, одну светошумовую. Это все, что потратили. Блин, ну и где они? Алло. Что за беда? Ну я не хочу снова возвращаться на этот, на наверх. Пока. Да, не вижу я никого здесь. Ребят, не вижу. Искре придется так далеко бежать. Мне их пулить там. Ну аккуратно, чё. Как пулить? Все же никого нет. Свалили, реально свалили все. А может мне тогда на этот угол перебраться? Дистанции маловато будет. Лучше подожди здесь, мэком. Уверен, что придут. Испугались тебя. Да, если мы... У них там свои задачи. Видимо, патруль запустился, пошли они. Что делать? Так, два дрона. Это типа продвинутая разведка у нас, да? Но дронов выманивать, конечно, не очень хочется. Подожду еще пакем. Там же еще милишный мутон был, там офицеры, еще и люди. Может, кто-то слева уже? Надо сейчас слева побольше взять. Дроны летят. Все-таки спулились, да? Скорее всего, да. Нет, в результате. Так, что делать? Допустим, дронов мы убьем, допустим. Может, даже ограниченным количеством людей. Ниндзя надо было уходить. Это ошибка. Ой, какая ошибка. Блин, почему я ниндзя не увел? Ой! Сейчас все, у меня не будет ниндзя уже больше. Невидимого имеется в виду. Че не ушел? Всеми овер, поторопился. Да они сейчас пойдут, спулятся и пролетят вперед. Вот проблема. Вот он летит. И он точно фланганит. Может, не долетят? Да не, долетают вроде. Да.
Ой, дурак, ой, дурак. Ну все, нет тебя больше не инвизного. Какая перезарядка? Все, мне надо заканчивать уже. Фигню делаю. Слушай, овердрайв и беги просто. Не надо стрелять с нее. Все, побежал. Точно. 8-12, легко. Если он тебя оглушит или дезориентирует. Здесь надо готовиться к тому, что если кто-то еще выскочит, мы должны воевать. Это просто разведка такая. Неплохо на рекорд сегодня идем. Овер от рейнджера. И дезориентация, да? Пробил защиту. Ну вот, я плачу за свою небрежность. Это рывок. Мясорубка. Мимо. Этот на рывке. Да, хорошо. Минус защита. Раз. Что у тебя с кем? Так, ну и кем мне тогда разведку делать? Возникает вопрос. Искрой, получается. Только после того, как у тебя закончится, ну, перезарядится этот перегруз. Все, а ниндзя уже... Да. Не получится подсвечивать теперь на халявку. Как это билки? Не, не знаю, как это билки. Попадают, не попадают. Не, зелком. Ну а что зелок? У него мобильность не такая высокая. Он бегает хорошо, если... Врывается куда-то. Тогда да, тогда у него все ок. Багнутый кавер. Не могу встать. Еще усталость реально накапливается. Уйдут усталые ребята. 100% уйдут. Кто там? Ну что нам делать? Забираться на тот угол, бежать? Мне кажется, что один из двух паков-то, скорее всего, вернется. Но зелок типа танчит получше все равно. В смысле, лучше, чем... Ну, искра просто сможет назад отступить. У нее три действия вместо двух. Вот в чем дело. Или она говорит, у ниндзя билка зеленая, но вроде делает его инвизным. Нет, это другая билка. У нас уже усталость половинка. Помним про милишного мутона. Но дальше, если я смогу добраться до того места. Узелка и стасис. Да, узелка и стасис. Но он не убежит все равно. Понимаешь? То есть смысл как бы не выдержать, а убежать.
vor zum Ziel. Раз. Блин, снайпы уйдут в фатик. А, милишный мутон же умер, точно. Не, возможно, стоит уже сюда бежать. Возможно, кстати, стоит сюда уже бежать. Погнали, ладно, раз. Два. Все передислоцируются. Этими тоже надо, естественно, подходить, потому что... Сейчас... Начнется. Я должен быть... Должен иметь возможность помогать, потому что отступать уже смысла особого не будет, если там, конечно, много людей будет. Вот, а принять один пак я смогу, я думаю. Ну и забраться на этот угол, с него снайпы будут простреливать все. Кажется, шаги слышу справа. Плохой сейчас ход рейнджером был. Позиция bestätigt. Solid copy. Вообще и рейнджером бы тоже наверх уйти. Скапто. On the move. Merci. Je bouge. Wird erledigt. On my way. Нельзя. Moving to Overwatch. Кажется, справа все равно. Так, здесь захожу аккуратненько наверх. Самое главное снайпами добежать. Мне кажется, надо даже ими уже сокращать, забираться здесь, потому что... Ну, два. Ну так, мы сэкономим время. Здесь аккуратненько. Взял туда ближе надо. Что он может? Ты нас сюда за full cover. Ты ближе. Осталось два хода на подготовку. И тогда будет все весьма и весьма неплохо. То есть тогда у нас три снайпера будут стрелять по почти любой цели. Но осталось еще половина. Может, чуть меньше. Но босс... Сильная половина осталась. Так, это раз на позиции. Это два на позиции. Три не успевает на позицию. Спеца поближе. Гранатометчик тоже. Есть, если что, еще один скан бесплатный. Но мне казалось, там паков было больше. То есть не два здесь стояло. Ну все, и получается, рейнджер у нас спускается вниз. Последний снайпер выходит наверх. Делает, соответственно, устойчивую позицию через приклад. Готовится стрелять. И на следующий ход мы идем вперед. Так, хорошо. На следующий ход идем вперед, на следующий. И тут выскакивают люди, да, в самый последний ход. Но сейчас-то уже можно. Дошли. Погнали. Никого нет.
Небольшой этот возьмем. Sure thing. I can cover it. Got it covered. Ну, не тормози, ну. Похоже, даже завис. Даже камера не вертит. Да, что-то миссия... Хотя... Звуки идут. Да, но... Сетевое подключение отсутствует. Серьезно, ты мне про это говоришь? Ладно, выгружаем его. Не отвечает. Так. Ну чё? Сейчас спокойненько доштурмовать. У нас вроде позиция есть, дистанция есть, время есть. Аптечки. У него вообще ни одного ранения, только пробитая защита и, к сожалению, сбитая инвиз. То есть в целом можно воевать. Адвент майнит на проце. Адвент майнит на проце. Отгружаемся. У меня эти миссии иногда, в принципе, не загружаются сейвов. Это, кстати, очень плохо. Может, миссия сбросится, если эскейп не прожимался на ней. Ой-ой. Ой-ой. Последний по крайне сложный без инвиза убить, там все жирнючие. Угу. Ну, у меня тоже нормальные люди. Плюс у меня морозка есть. И дебафов много. Ну, вроде да, сейф актуальный. 23-25, это как раз последний ход. Мега долгая загрузка, конечно. Иногда прям прорываются этих рандомных шуток про адвент. Да у нас и безликие есть, голуби в чате, вот эти вот все затаившиеся драконы. Тихо, не вз... Ну что ж ты мне прям по-живому-то, ну? Проходим раз. Два. Три. Вот сейчас был опять этот подлак при переключении на этого на... Так, здесь надо, кстати, full cover обязательно сделать. Да, было бы проще, если бы ниндзя было невидно сейчас. Такая халява была бы. И станция прекрасная, и... Ну давайте, двигаемся. Впереди целая база, вот мой вак лежит. Звук странный, конечно. Скра идет вперед. И пулит. И пулит. Туретка. А, это звук туретки был. Киваем, здрасте. Ничего-ничего, у нас есть. Кем боевать туретку? Снайперская раз. Два. Она ниже находится. Сейчас еще мы БСПМ. Сиб, что, блин? Сиб? Непонятно. Мне не нравится эта открытая местность, но я все равно подтягиваюсь за искрой, чтобы не сдать.
если что. Это уже центр карты. Ну, как бы, значок намекает. То есть где-то просто куча врагов стоит. Вот это последнее помещение, насколько я помню. Но пула пока нет. Да-да-да. Кажется, здесь он. Это Ластецкий. То есть там еще 15 человек, да? Охренеть. Жалко мне, конечно, искру туда послать. Как будто я слышу шаги. Справа, справа чекнуть, а? Мне послышались шаги справа. Да. Ой, 7 минимум. Так, 8 человек. Плюс туретка. Блин, эту ретку надо бы снять, пока есть опция такая. Так, отравление на кого? Огнеметчика можно, он пока не добежит. Вот этого товарища можно травануть психом. Погнали. Есть. Крит 11. Ой, хорошо. Он чуть ли не умрет от яда. Только не врывайся, Миш, не врывайся. 68. Надо валить отсюда будет сейчас. Ай, попал, молодец. 63. 56. Давай, 61. Ой, молодцы, 20% крит, как же мне везет. Так, встречаем. Здесь встречаем кем? Вот не знаю. Прячемся раз. Перегруппировываемся точно. Надо уходить вот за эти полные укрытия, я полагаю. То есть уменьшаю сейчас вероятность сразу этот овердрайв. Ну уходить надо, уходить. Это еще не все. Мне их убивать довольно долго. Короче, Искра пытается убежать. Просто убежать. Здесь тоже чуть назад давай. Ниндзя нужен. Может пригодиться. Рейнджер подошел. Так, ну что, они идут. Они идут. Протокол помощи на Искру, потому что, скорее всего, ее увидят. Или даже на Зилка. Нет, Зилка не надо. Его можно давать ранить. И даже нужно давать ранить. У него стасис, у него обилка эта классная. То есть он реально ворваться, если что, может. Здесь ханкер. И смотрим, как они подходят. Этот псих сейчас будет бафать, скорее всего. Отравление на него действует. Подходит раз. Метка. Возможный фланг, кстати. Метка, да. Второй подходит. Гренка заморозка, может быть. Пошел баф. А, щит. Щит не на всех подействовал. Милишник здесь. И стреляет по Мэку, гад. Так, все, защиты у меня больше нет. Этот святой воин делает. Это очень опасно. Там офицер, которого хрен убьешь. И он сейчас будет с этими с... Так, ладно, что мы делаем? Мы можем офицера гасануть сразу обилкой. Пустота холодна. Можно флангануть, но... Выстрел у меня будет только один по офицеру, увы. Искра нельзя подходить, да? Тут 90% выстрел есть хороший. Это вот тоже бы как-то убить. Но в целом у меня же есть храмовник, который делает вот так вот вольтом. Убивает одного.
И при этом еще может нейтрализовать офицера. Давай. Не, мы тут должны... Если никто больше не прибежит, мы должны их потихонечку под полными укрытиями нейтрализовать. Конечно, ворвется этот пес. Я имею в виду вот этого пса. Его, соответственно, пытаемся сейчас пометить, подраколить. О, какое попадание, 40%! Как мне везет, а? Скорее всего, добиваем его здесь. 5 человек, я 2 их только вижу. У меня отлично, просто молодец. Здесь лучше встать так. 58, лучше тоже встать так. Он не угрожает тебе, тоже встать так. Шикарно, молодцы. Кто там еще? Там был пулеметчик, насколько я помню. Эй, пока не буду влетать. То есть можно было бы влететь, но я не буду влетать. Единственное, пожалуй... Нет, нормально. Да, я думал подвести рейнджера поближе. Этот от отравления еще пострадал, но у него один хит остался. Приходит в себя после отравления. Что там за... Ладно, пошел дальше ход. Подходит новый. И зелкам не бьет. Концентрация. Повезло, 40% мимо. Заряжается, сделать снова. Огнеметчик в любом случае будет подходить. У него нет другого выхода. И вот он. Важный момент. Его надо фланговать. Не знаю кем. Overwatch есть. Overwatch надо снимать, потому что будем сокращать в любом случае. 5 человек, мы видим 4 всего лишь. Убираем баф раз. Рискуем. А-а-а, 57. Шансы-то невысокие. Ладно, подставляем искру. Возможно, зря. 90 искра простреливает. Баф убрали. Этого мы и так убьем. Здесь нужна бронебойка. Давай по числечку 91 раз. Неплохо. Еще одна бронебойка туда же. Ну, потому что он может мэка покоцать. Отлично. Минус. Уже 24 человека умерло. Мега миссия, конечно. Врывашки устраивать нельзя. Потому что мы спорить можем сейчас еще один пак. Я бы подошел. Плохие каверы. Тут палачом можно добить с высокой вероятностью просто. 81, давай. Отлично. Что только делать с гранатометчиком, я хз. Потому что, ну, закидывать заморозку я туда не хочу. Уходить под полное укрытие, видимо, придется. Может как протокол защиты на Кенга, но он там с высокой вероятностью получает. Бедный Кенг. Ну да, есть ниндзя, врывы, все дела, но это не то. Это слишком рискованно, учитывая, что там есть еще паки. Давай его еще разок. Холод поставил. У нас же зарядился только что Зилот. Все, давай еще. На ход вырубаем его. И жизни лишаем. Все, отлично. Кто там последний остался, я вот не знаю. Посмотрим сейчас. Фомбич, привет. Вот такое мясо. Мы штурмуем локальный штаб Адвента, освобождаем регион. 35 человек у нас. Убили уже 26. Мне засчитало, кстати, человека. Не знаю за что. Повезло. Все, этого мы, скорее всего, флангуем. Щитовик остался последний. Того как-то засчитал. Сколько же он хитов убивает? Это же дичь какая-то. Храмовник. Так, попробуем у него броньку снять. Попробуем. Миллион лет не видел. Да ну, ты чего? Фомбич тут через стрим.
Инфекционсмене критиш. 27 человек, все убили уже, считайте. У меня счетчик по... Да, 27. Последний пак остался с боссом. С боссом остался пак. На босса им, наверное, не нужно вырываться, но я должен быть готовым ворваться. То есть, чтобы у меня все вот эти вот милишные наши и тяж тоже были готовы, просто готовы. А, турелики зомби тоже враги записываются. Точно, там может быть две пачки вполне сейчас еще. Учитывая то, что... Да, там может быть огромный пак один. Или даже две пачки. Потому что мы туреток убили уже раз, два, три минимум. У меня овердрайв еще не перезарядился. Сейчас нельзя идти. Люди уже реально устали на этой миссии. Будет фатик у кого-то 100%. Не уверен, что врыв — это правильная штука. Мы-то как устали. Держись, пацаны. Генерал, я помню, единственное, что я помню, он без шлема. Такой вообще у него... Он не стесняется своего происхождения. А вот они. Да, вон он, там столько брони у него. Вон он, 4 брони. Вот он. 2 мека. О, 3 мека. Интересно. А может, на одной миссии попасть избранный зверушка Вальден? Минус. Ой, повезло. Нет, еще не повезло. Стреляют они. Мимо, повезло. Больше не надо. Спасибо. Так, никаких врывашек. Это босс. Да, конечно, протокол блокировки. Вообще синий экран есть. Но вообще у тебя нет ничего. О, взорвать. Такое себе. Блин, меня маки беспокоят, капец. Особенно артиллеристы. Как насчет отстрела мэка-артиллериста? Не, этот не такой опасный. Вот тварь, очень опасная, длинный лук. Ой, крит! 6%! Ооо! Добьем, значит, мы его. Этого мэка, если попадем, 90... 98. Отравить одного можем, но босса не видим. Да как? Царапина! Ну да. Справедливо, справедливо. Что тут? Я не буду говорить. Протокол нападения бы, но не про это самое, не добить. А если мы выйдем сюда? Нам же главное именно вижен, а не дистанция, насколько я помню. Да, раз, два, три, четыре, пять, давай. Протокол нападения добиваем мэка. Да он артиллерист, он, если ему подсвечивать будут, а милишник, например, пробежит, он может забомбить кого угодно. Поэтому моя задача сейчас... Здесь овердрайв почти 100%, потому что они добегают. Надо какую-нибудь биологическую цель подранить хорошо. Ну, видимо, вот этого милишника. А, там крит 85, мы, скорее всего, его убьем. Давай, хорошо, не будет подсвечивать. Лут! Который не взять. Не, здесь надо назад убегать. Прям назад-назад. Причем не толпиться. Да, подставить какого-нибудь зелка на танкование. Желательно оставить рейнджера, чтобы он мог стрелять. Но не так близко. Надо следующий ход еще выиграть. И при этом... Блин, а как это сделать-то? Ладно, давай сюда. Овердрайв или не овердрайв? Вроде как до тебя не доходит. Ладно, без овердрайва пока. Мэк убежал. Еще погнали. Там их толпа еще осталась. Ну ладно, мы
убили двоих. Щит взлетел. Ой, там щитовик же еще был. Этот здесь. Пулеметчик Мэг здесь. И он стреляет. Бомбит, скорее всего. Нет. Концентрация неукротимая. Что? Выстрел, значит. Значит, попал. Попал, но я с защитой. С... Еще один Мэг второго уровня. Этот жестче еще. Ой, бомбит. О, нет. Так, Темплар должен танковать. Если кто-то и должен, то он... У него и аптечек много, у него обилки есть. Хорошо, дальше что мы делаем? Вообще непонятно, что делать. Овердрайв и сносить броню, что ли? Ну, здесь надо травить по любасу. Снайпом. Ой, крит сразу убил. Как? Еще можно выстрелить здесь, поэтому, но... Начнем мы. Бочка далеко, уже не подсветите. Опасно подсвечивать. Сейчас лучше аккуратненько выкидывать мэков. Минус мэк. Отлично, снайпы работают. Так, осталось 4 человека, но босс еще там. Босс, 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 босс. Здесь я ставлю так. Здесь... Лучше ханкер. Здесь вообще лучше отойти. Ты тоже ханкер лучше. Чуть-чуть назад и на овермеком. Не хочу слишком много в себя впитывать. Погнали. Что ж. Протокол защиты. Погнали. Может выйти, пока не поздно. 4 человека осталось. Включая босса, конечно, но я тут заряжен. Уже готовлюсь. Кто там идет? Вот он, босс. Стреляет. Концентрация, попали. Пробил, гад. О, нет. Ой, Зилот может сейчас... У него стасис есть, но... И он в стасис, по нему попали. Всего спас, он там, блин, плохо. И Мак идет. Стоп. По кому? Ты что, дурак? Он по стасису. Хорошо, ладно. Это почти нет ранения, кстати, минус 6. Первое, что надо делать, это лечить его именно медиком. Гремлин лечение. Но это только один раз так мы можем сделать. Ну, если... Да, действительно, хорошо, что Зелот натанковал. Тут надо включать форсаж, вырываться, потому что уже к снайпам подходит. И если я не ворвусь, то... Ну, может сначала щитовика убить, а? И там овер. У врага, у главного. Всех четырех мы видим с вами. Овер снять с обилкой. Где обилка? Алло. У другого, что ли? Заморозка есть. Это мы можем выключить. Тут фланг. Яд. Такой он здоровый, капец. Ну, морозить надо, видимо. Протокол нападения можем снять, конечно. Блокировка маловероятна. Врыв маловероятен. Я бы ворвался, это вроде все, кто есть. Верный, очень неверный. Как бы мне этого-то убить, а? Что там по гренкам? Достанешь. Надо сначала гренку на это выкидать, потом через пытаться докинуть морозку с этой позиции. Но для начала надо снять Overwatch. Протоколом нападения, очевидно. Давай бегом. Бегом полукоманда как раз. Дальше протокол нападения. Да, только на тебя, да? Очень плохо. Легкого шага у нас нет. Но я могу его подстанить в целом.
на ход. Вдруг сработает. Давай, холод пустоты. И спокойно разберемся с остальными. Сработало, реально. Просто на ход вырубает босса. Да вы издеваетесь, это как так вообще? Это жимба чертова. Ладно, подхожу, разломы делаю. Шанс взломать почти не было. Дай мне гранатометчик. Подходи. Раз. Морозить, не морозить. Да не надо никого морозить. Просто кидаю вот так, для того, чтобы у щитоноса убрать кавер. Хотя не факт, надо было, наверное, прям по центру бахать. Да, хреновый выстрел. Есть фланг по одному, но мне же нужно броню разбивать. И метки ставить. Раз, выстрел. И метку на второго. Промахнулся. Так, дальше этого можем отравить. Да, раньше, дальше нужно разбивать. А, слушайте, я его не могу нормально убить. Ну, давайте тогда, ладно, работать по остальным. Раз. Криты вылетают, только в путь. Перезарядка. Соответственно, здесь по второму. И по нему же бахаем. Крит 40% вылетел, отлично. Вообще можно ворваться. Ниндзи. Еще можно пострелять еще. Ай, молодец. Не буду вырываться, потому что есть вероятность, что там еще один пак. А босс, у меня есть заморозка на него на следующий ход. Все, расправились со всеми, кроме босса. Что? Прикольно сработало. Ребята, кто так делал, а? Скажите мне, кто из вас так делал? Просто как батя. Мы взяли его живьем. Но он типа был в стасисе неуязвим. И мне засчиталось, что эта миссия выполнена. В плен взяли. Его все равно препарируют. Бага-юзер. Ой, класс, вообще. И мы в результате обошлись вообще без ранений. Ни один человек у нас не получил ранения. Было близко. Срабатывала защита, вся защита минус. Ох, первое мое освобождение. 40 человек минус. Повышение у Искры. Предпоследнее звание. Ну, отбит, наверное, ремонт. Рейнджер. О-о-о. Ну, либо ветка критов. Безжалостность лучше возьму. Больше возможностей у него появляется. Еще три повышения. Снайпы. Смерть с небес. Специалист. Блин, круто. Еще снайпер, господствующая высота. Еще дают по ресурсам. Ах, 150 материалов, 26 инопланетных сплавов, 30 кристаллов Элерия. Ну, моды, которые я заработал. Трупов. О-о-о, 5 планшетов Адвента. Борьба за выживание, ультраметкость, ультравосприятие, модули. Это из него, видимо, попадало. Мод прицел. Офигеть. И спокойное действие в этом регионе, да? Щитоносцы. Ой, трупов сколько. Блин, я сейчас реально смогу укрепиться. Так, а в освобожденном регионе что у нас? Мы можем свободно действовать? О, входящее сообщение сопротивления. Что такое? Все, аватар. Закончили игру? Да, кажется.
would seem your recent activities have gotten Advent's attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent бросил значительное количество средств персонала производства и исследований тайных комплексных по всему миру. Подробности строго засекречены, но во всех файлах присутствует одно слово — «Аватар». Ё-моё. Было два сильных прорыва уже за это время. Полагаю, обнаруженный нами секретный объект являлся лишь частью проекта «Аватар», судя по тому... Это старая, кажется, заставка. Не должно было быть следы базы. Судя по тому, что нам не удалось назвать масштаб значительных проектов, управляют высшие чины Адвента. Но мне пока не удалось определить, из какого источника поступают приказы. Все попытки узнать истинную природу закончились неудачно. Пришло время применить более прямой подход. Все, заканчиваем. Хоть мы не понимаем истинных целей проекта «Аватар», но это не помешает нам остановить его реализацию. Да, какая? Наша задача — отыскать относящихся к нему секретные объекты с помощью местных ячеек сопротивления, помешать действиям наших врагов в процессе узнать правду. Неужели прогресс откроют? Когда мы найдем центр проекта «Аватар», мы сможем его уничтожить. Видимо, лысый из совета сам решил черепной бур юзать, да. Если враг добьется своего, последствия будут чудовищными. Искренне надеюсь, что вы примете все необходимые меры, чтобы... Короче, если «Аватар» доходит до конца, конец игры. Все. И я не знаю, какой там проект, он уже идет в фоновом режиме. Было уже два серьезных прорыва. Проект «Аватар». Материалы, не сейчас. О, да, открылся проект. Раз, два, три, четыре. Стоять! Пять, шесть, нет! Семь, восемь, нет! Девять, ой, половина уже как минимум. ГГ. Шесть осталось. Шесть. До конца. Не, ну мы можем проект «Аватар» от разными способами. Мне кажется, секретные операции есть на сопротивление «Аватара». На объект, если долетим сюда, отобьем, то будет еще... Фух. Ну что, во-первых, регион освобожден. А что значит регион освобожден? Подскажите, пожалуйста. Я же могу полностью забывать. Плюс 800 здесь. Ай, плюс 300 баксов. Материалы поселения... Ну хоть не таймер, да. Ребята, сейчас ресурсы попрут. Сплавы есть, эллерии есть, материалы. А сейчас закончится через 2 недели, у нас будет плюс 800. Я сделаю все просто. В партизанке все, леммингов найму, еще с отряд. Всех отправлю, улучшения сделаю. Ох, мать-перемать, готова? Че, как, или еще нет? 5 минут, ой, мне еще фильм качать. Блин, ребята... На самом интересном месте. И я еще спутники сделаю, контакты, новые регионы подключу. А у нас еще броня есть, и ресурсы подойдут. Как раз броня хищника. Ух. Ух, вот это да. Вот это, ребята, да. Какой фильм? Пока не знаю, надо придумать еще. Посоветуйте в чатике. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо что за то, что болели. Мы посмотрели последнее, это пересмотрели «Властелин колец», «Матрицу», «Форест Гампа», и все нормально зашло. Поэтому, если что-то кто-то порекомендует, будем... Да, кстати, сила Адвента, да, большая. Надо отсюда валить, тут же еще убийца. Короче, переходить нужно сюда, в разведку. И вот в этом регионе с этим жнецом воевать. Короче, я... конспирацию здесь раз. Ну, сила Адвента 5, бдительность 4. Здесь жалко. О, и у меня даже свернулось. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Увидимся с вами, скорее всего, завтра. Самое интересное. У Чомандра появляются ресурсы. О, боже. Вы понимаете, сейчас у нас пойдут психи, искры, полный эквип, армор, расстройка базы, новый... О, у меня там список просто из 20 пунктов, что нужно купить. В зону испытаний заходишь и пол зоны испытаний скупаешь. Блин.